Слушай, скажите, пожалуйста, вот что у вас происходит здесь вот во дворах домов 17, 17А, 19 с собаками? Да у нас, я говорю, прямо вот с гаражей начинает штук по 12-15, и все такие эти, ну, вот, вы сами видели, как, какого роста, и этот, я говорю, на детей нападут и разорвут детей. Здесь очень много у нас детей, и это... Я спецхозяйству на той неделе, целую неделю звонил, бесполезно, потому что там вот телефон 26-73-73, который, и автомат отвечает, а от результатов ноль. Потому что, я говорю, с гаражей как начинаются вот эти все потоки, и страшно на улицу выходить. Я уж говорю, ну а дети, вот детей очень много здесь. И вот просто, я говорю, невозможно вот это. А вообще, как вы думаете, чем связано такое вот большое скопление собак? Я скажу одно, потому что раньше все время вот были отстрелы всех собак. Особенно вот, я говорю, можно вот пройти здесь 300 метров, сами увидите, там целые стаи лежат их. И вот они все разворачиваются и к нам сюда едут. Раньше, я говорю, отстреляли без всяких звонков, без всего. А сейчас и звонишь, и этот бесполезно. Потому что я и на 0.50 обращался к руководителям. Я говорю, помогите нам, пожалуйста. Ну, результата до сих пор ноль. Я говорю, собаки, тут даже и есть и овчарки брошенные, и эти все, вот, все к нам это, лезут сюда.